Так, давайте, наверное, еще действительно немножко попрактикуемся с pandas и всякими запросами в pandas, со всякой работой с датафреймами. Ну, давайте найдем еще какой-нибудь датафрейм. Ну, вот, скажем. Небольшое предложение. Давайте поработаем с реальным CSS-кой и процветанием, потому что когда она была 155 строк, она была ну, как бы, так полезнее даже для запоминания, когда вот реальные данные, и в принципе их человек интересно запомнить. Ну, с Титаником, мне кажется, мы так сказать, разнообразные запросы можем обсудить. Давайте, может быть, возьмем другой какой-нибудь датафрейм, тоже реально. Вот у меня сейчас где-то здесь был датафрейм на несколько, ну, в общем, тоже на много записей. Сейчас я его найду. Датафрейм с данными по фильмам IMDb. На Кегле что-то такое лежало. Вот, видимо, вот этот, 5000. Найдем. IMDb. Дата. Это какие-то маленькие, я не хочу такие маленькие. Но, опять что-то все выключилось. Ну, видимо, я имел в виду вот этот. Data frame. О. Если я не хочу сюда залогиниваться. Как-то его было попроще, можно выключить. Нет, это явно не то. Ладно, сейчас найдем. Нет, она, видимо, в последнем, где я... Да, видимо, вот этот датафрейм. Так, самой CSS-шки тут что-то нигде нету. Сейчас, секунду, простите. Давайте я просто его скачаю откуда-нибудь, откуда я знаю. Нет, если вы хотите совсем реальных данных, то у меня есть, например, данные по выборам, по предыдущим выборам. Что у нас там было-то? Какие были последние выборы? Президентские. Да, у меня где-то были данные по всей стране, по всем участкам. Но, наверное, это слишком. О, вот здесь, наверное, что-нибудь должно быть. Так.
Да. Так, ну-ка давайте попробуем отсюда что-нибудь добыть. Ну, ЦИК выкладывает все в открытый доступ, просто в не очень удобном формате, а не я, а разные другие хорошие люди выкачали эти данные из этого сайта. Ладно, но мы сейчас не будем, там слишком большие файлы, а там файлы занимают много мегабайт. Давайте, давайте я просто все-таки буду использовать вот этот набор. Да, это, видимо, те самые 5000 записей. Где он тут? Ага, да. Отлично, спасибо. Так, давайте сейчас сделаю короткой ссылкой, чтобы нам не перепечатывать это. Ага, да, сейчас кину. Нет, так, видимо, не работает. Да. Вот так оно. Вот такая ссылка, правильно? Ну вот. Ну хорошо, 5000 записей может быть тоже не очень много, но я думаю, для наших целей хватит. Так, смотрите. Давайте проверим, что у всех загрузилось. Эль. Так, ну как? Загрузилось. Ну вот, собственно говоря, видно, что если мы просто пытаемся просмотреть весь этот датафрейм, то тут даже не все колонки нам отображают. Видите, здесь за счет того, что колонок много, их от нас частично скрывают. Но вот можно посмотреть все равно список всех колонок вот таким вот образом. Свойство columns дает вам объект, похожий на список, в который включаются все колонки, какие есть.
Ну и давайте порешаем каких-нибудь задачек. Например, вывести 10 фильмов с максимальной оценкой на IMDb. Значит, самый простой способ это сделать, это просто отсортировать по оценке IMDb, это, собственно говоря, это IMDb score, судя по всему, и взять первых 10 строчек. Так, получается? По-моему, я что-то такое показывал. Но, значит, сортировку можно сделать с помощью метода sortValues. Значит, сортировать датафрейм можно двумя способами. Либо сортировать по значениям, либо сортировать по ключам. Ключи тоже можно сортировать. Но в данном случае ключи нам не интересны, потому что это просто числа 0, 1, 2 и так далее. А сортировать по значениям — это вполне содержательное дело. Значит, нужно сделать что-нибудь в таком роде, dfSortValues. И здесь нужно указать, по кому вы сортируете. Да, значит, ну, собственно говоря, опять же, можно посмотреть справку. Вот, ascending, значит, ascending или descending. Здесь нужно указывать вот такую опцию. То есть, если вы хотите сортировать, наоборот, от большего к меньшему, то, значит, ascending равняется... false. Мне почему-то проще запомнить обратное слово. Это... Я, кстати, не знаю, как оно читается, интересно. А, ascent. Угу. Да, ascent и descent. Да, ascent — это по возрастанию. Мне проще запомнить descent, потому что descent — это уж явно по убыванию. Спуск какой-то. Так, ну что, значит, нам нужно... Давайте отсортируем. Вот так мы отсортировали по IMDb score, но при этом по возрастанию. Здесь эти IMDb score, вот они, эти IMDb score. Да, это самые худшие фильмы, по крайней мере, из этой выборки. А давайте сделаем наоборот. Это будут лучшие фильмы. Так, только где-то здесь должно быть, наверное, название фильма, но только вот в этой выдаче его не видно. А как тут название называется?
Нет, нет, сейчас. Но вот в данный момент это единственный способ. Вот это единственный способ передать то, что мы хотим. Здесь должна быть именно строка, в кавычках. Если мы хотим отдельный столбец, то это можно сделать двумя способами. Либо вот так, это первый способ. Либо вот так. В данном случае так-так сработает. Но он надежный в том смысле, что мне не нужно думать, есть у меня пробелы в названии столбца или нет. Но в данном случае DataFrame сделан так, чтобы нигде никаких пробелов не было, поэтому в данном случае можно обращаться и таким образом. То есть если будет пробел, и мы напишем с кавычек план, то понятно. Да, 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 да. Ну как бы, то есть вот так, вот если бы был пробел, то вот так записать никак, вот совсем нельзя было бы, это бы воспринималось бы как два отдельных элемента. А вот здесь можно было поставить пробел, и это как бы вот эта штука воспринимается как единая строка, поэтому здесь никакой проблемы не возникнет. Так, ну давайте посмотрим. Значит, я хочу отсортировать, а теперь я хочу от этого отсортированного взять, например, допустим, я хочу посмотреть на их titles, и при этом я хочу выбрать первых там 10 штук. Как это сделать? Значит, вот сюда вот просто так сюда добавить нельзя, но можно добавить, ну можно так сделать, например, можно сюда добавить через точку, скажем, как он там называется-то? Move it title. А, move it title, ага. Да, вот так мы взяли. Значит, эти самые тайтлы. Кстати, видно, что они довольно кривенькие, судя по всему. Судя по всему, в них куча пробелов. Давайте посмотрим. Допустим, если я хочу просто посмотреть на первый элемент. А, нет, это не пробелы такие. А, вот это тоже интересная штука. Ну-ка, что тут еще есть? Ну, понятно. То есть они, каждый из них заканчивается вот такой штукой. Вот это означает, что здесь какой-нибудь странный символ, но вот backslash x a0, это, небось, какой-нибудь неразрывный пробел. Давайте проверим, что это такое. Да, non-breaking space. И такие штуки могут приводить к тому, что, ну, вот вы пытаетесь найти, допустим, если бы я попытался бы найти, ну, вот, например, df, допустим, df movie title равняется. Вот если бы я не знал бы про то, что этот неразрывный пробел здесь есть, попытался бы искать вот так. Мне бы сказали, что ничего нет. Хотя он, очевидно, есть. Просто потому, что в данных здесь оказались вот эти самые пробелы. Что с этим можно сделать? Ну, например, можно просто использовать, значит, вот если у нас есть такая строка, например, если я скажу на эту строку, применю метод strip, то он уберет этот неразрывный пробел. Strip убирает пробелы и пробельные символы справа и слева, сколько бы их там ни было. Пробелы, ну и все, что похоже на пробелы. Табуляции, символы перевода строк, в общем, всякие такие штуки. Соответственно, вот так можно убрать пробелы из строки. И, соответственно, если мы хотим грохнуть все вот эти вот самые неразрывные пробелы, которые нам тут мешаются, но это можно сделать так. Допустим, вот я хочу взять этот movie title, и дальше к каждому элементу этого movie title я хочу применить некоторый, как бы подействовать на него каким-то методом строки. Тогда это делается так. Я обращаюсь к свойству str. Вот это series на самом деле. Это колонка. Но у этой колонки, поскольку эта колонка состоит из строчек, то у нее есть специальный метод str, который позволяет применять к этой колонке разные методы строк. Вот в данном случае, например, я могу сделать вот так. У меня теперь нету на самом деле никаких. Нету никаких символов лишних. И я могу сделать просто, например, movie title равняется.
Да, иначе непонятно, да. Ну, потому что, вообще говоря, вот в этой штуке может лежать все что угодно. А вот эта штука, да, это мы. Ну, это как бы некоторый такой интерфейс, который позволяет для тех столбцов, которые состоят из строк, применять над ними, применять вот эти строковые операции. Ну, давайте вот так сделаем. Можно посмотреть еще раз. Ну да, теперь все гораздо симпатичнее. Ну вот, например, если я хочу первую десятку наиболее популярных с точки зрения IMDb фильмов, то вот что получается. Ну, про некоторые здесь можно было бы... Некоторые названия неудивительны, а некоторые чуть более удивительны. Давайте посмотрим чуть побольше данных. Допустим, я хочу не только movie title, но еще что-нибудь. Например, режиссера. Я сейчас хочу сделать, значит, вот через точку я обращаюсь к конкретному столбцу. А сейчас я хочу сделать несколько столбцов сразу вытащить. То есть я хочу получить новый датафрейм, который будет состоять из элементов старого, но только из нескольких столбцов старого. Что я еще хочу? Допустим, я еще хочу страну, вот country. Так, давайте сделаем это как-нибудь вот так. И тоже хочу первое там сколько-нибудь. Так, сейчас, давайте я сделаю вот так. Я поставлю здесь скобочку, и я теперь смогу переносить все это вот таким образом. Угу. А, понятно ли, как устроен такой запрос? Значит, что последовательно здесь происходит? Ну, во-первых, я разбил его на три строчки, но это чистая иллюзия. Значит, я поставил вот эти скобочки для того, чтобы было понятно, что у меня строчка не заканчивается там, где происходит перенос на следующую строку. Логическая строка не заканчивается, а продолжается. То есть это на самом деле одна такая длинная строка. Значит, давайте смотреть, что здесь происходит. Ну, во-первых, вот это мы просто отсортировали. Вот здесь мы использовали, значит, вот эти вот квадратные скобочки внешние. Это мы говорим, что мы хотим выбирать какие-то элементы датафрейма. Но, опять же, эта штука ведет себя по-разному в зависимости от того, чего мы ей дальше внутри скормим. Но в данном случае мы ей скармливаем список, и в этом случае она считает, что это список столбцов. То есть вот такой запрос он делает... Ну, давайте посмотрим на него просто, как он выглядит. Скобочку нужно поставить. Значит, я взял из моей исходной таблицы, оставил только те столбцы, которые мне нужны. Ну, сейчас, значит, вот эти квадратные скобки, это не те скобки, которые создают список. Это те скобки, которые используются, ну вот смотрите, если я хочу, например, получить конкретный, вот я получаю конкретный столбец. Теперь, если я хочу получить два столбца,
movie title и country, то мне их нужно передать в виде списка. И вот здесь внешние и внутренние скобки имеют разный смысл. Внешние скобки – это те скобки, которые используются для того, чтобы индексировать, ну, для того, чтобы делать, для того, чтобы запрашивать элементы по там, их индексам и так далее. Но это то, с чего мы вообще начинали, когда мы говорили, что там, если у вас есть список, вам нужен там, третий элемент списка, то вы пишете название списка, квадратная скобка, 2, скобка закрылась. А это вот те, вот, вот те квадратные скобки, вот эти внешние. А внутренние квадратные скобки – это совсем другие квадратные скобки. Ну, то есть скобки-то те же, но смысл у них другой. А внутренние квадратные скобки – это скобки, которые создают действительно список. Хорошо? Окей, едем дальше. Значит, соответственно, здесь то же самое. Вот я попросил от моего датафрейма 3 столбца. Теперь, допустим, я хочу из... Значит, я хочу сейчас не всю эту таблицу видеть, а я хочу видеть только первые, ну, допустим, первые 20 записей. Можно сделать, например, так. ILog, а потом сказать, что я хочу первые 20 строчек. Хотя, наверное, вот так сработало бы тоже, без ILog. Да, да. Ну давайте вернусь на 10. Значит, как бы каждое следующее действие, которое мы делаем, что-то делает с предыдущим датафреймом. Был датафрейм исходный. Вот так мы его отсортировали. Потом вот так мы взяли значит, только нужные нам столбцы от, уже от отсортированного. Заметьте, что сортировали мы по MDB score, а столбцы мы оставляем, среди них нет MDB score. После этого взяли от того, что получилось, взяли первые 10. Первые 10 строчек. Ну, я заключил всю строчку в круглые скобки, просто для того, чтобы не писать строчку слишком длинную. Но просто Python делает следующее. Если он видит, что у него вот эта круглая скобка открылась, и вот здесь вот она не закрылась, то он считает, что как бы вот этого переноса строки, который здесь есть, его как бы нету. Что вот он воспринимает эту штуку точно так же, как вот такую штуку. Но такая штука на экране не помещается, а вот такая помещается. А круглая скобка заставляет его считать вот эту строчку частью вот этой строки. А так бы он считал, что это две разные строки, да, и тогда бы вот эта нижняя строчка просто привела бы к ошибке. Да, значит, ну давайте, значит, можно дальше продолжать этот запрос. А дальше можно, значит, да, дальше можно еще один запрос сделать. Ну, допустим, мы сейчас выбрали 10, теперь из этих 10 хотим те, у кого Америка. Да? Ну, давайте сделаем. Какой запрос нужно сделать? Угу, да, ну попробуйте. Как? Получилось? Угу.
Есть как минимум два разных способа это сделать. Главное их не комбинировать. Ну, то есть комбинировать можно, я имею в виду главное не пытаться элементы одного использовать в другом. Ну, как бы это два раза действия. Мы можем сначала фильтровать по количеству, а потом по одному запросу, можем наоборот получить один результат. Так. Это я не понимаю, что означает его результат. Смотрите, вот эта штука, это data frame. Вот к этому data frame вы можете применить какие-то количество операций. Первая операция. Вы можете с помощью точки применить некоторые методы. А точка название метода. Например, на этот проект. Второй способ. Вы можете к этому датафрейму применить операцию индексации. Сделать с помощью подарков слов. Никакие другие разделители здесь вам не нужны. Сейчас, может быть, скажу, как это сделать по-другому. Значит, может быть. Спасибо. Сейчас, выбирательный синтекс. Выбирательный синтекс получит, что расход из этого есть. Теперь мы предлагаем другое, потому что у вас там одиночное равно выбрано. Потому что вы там сравниваете. В данном случае, наверное, более логично использовать query. Смотрите, я напомню, что у нас было два способа, как можно выбирать нужные нам строчки. Давайте я использую сейчас один из них, а именно я просто сделаю запрос query. И здесь в кавычках напишу, собственно говоря, запрос. Country равняется USA. Пожалуйста. На удивление, вот такая штука тоже сработает.
Но правда поругается. Но в данном случае такое, как мне кажется, самое правильное решение — использовать query. Вообще query — это полезная штука, позволяет проще писать всякие запросы, чем каждый раз писать квадратные скобки, df что-то, равняется чему-то и так далее. Хорошо, теперь другая задача. Так, давайте я это оставлю. Query как раз делает запрос, а именно, он выбирает те строчки, которые удовлетворяют данному условию. Условия устроены, ну, вот примерно так же, как... Ну, то есть, условия могут быть устроены таким образом, что вы сравниваете, накладываете какие-то условия на значение элемента в том или ином столбце. В данном случае мы говорим, что мы хотим выбрать те строчки, у которых в столбце country написано USA. Другая задача. Найти 10 лучших фильмов, снятых в США. Значит, вот мы сейчас нашли какое-то количество фильмов, но их тут не 10. Их тут 7. Кстати, count, метод count считает количество не нанов в данном столбце. Другая задача. Найти 10 лучших фильмов, снятых в США. Ну, лучших вот с точки зрения вот этого самого IMDb score. Ну да, как-нибудь так. Это два разных варианта. Нет. В первом случае мы сможем понять, если сгенерируем еще столбик, отвечающий за их местные рейтинги, какую они позицию занимают в мире, а во втором... Это да. Но с точки зрения итогового результата сейчас это будут одинаковые результаты. Видно, что когда вы используете вот такой синтаксис с вот такого типа запрос, он тут выдает некоторый warning. Но этот warning связан со следующим фактом. Смотрите. Давайте посмотрим внимательно, что здесь произошло. У нас был DataFrame DF. Мы из него выбрали. Мы поменяли, во-первых, строчки в нем. А во-вторых, мы выбрали из него первые 10. То есть получился датафрейм поменьше. А когда мы делаем вот такое сравнение, мы используем исходный датафрейм, как он есть. То есть мы сначала генерируем большое-большое-большое количество true и false, но потом Pandas достаточно умен, чтобы понять, что мы из вот этого большого-большого-большого количества true и false нас интересуют только те true и false, которые относятся к тем остаткам датафрейма, которые у нас здесь остались. Ну, он просто как бы сравнивает по индексам. Вот. Но в данном случае он выдает, по крайней мере, какое-то предупреждение, а вот эта штука с query работает вообще без проблем. Потому что query, она как бы применяется... Ну вот она здесь запрос делает именно к последнему, к тому датафрейму, к которому она применяется. В данном случае она применяется вот к этому датафрейму из 10 элементов. Так, ну хорошо. Так, ну что, как, с вот этой задачкой под названием «Найти 10 лучших фильмов, снятых в США» все справились? Значит, ну, собственно говоря, просто порядок действий другой. Мы здесь выбрали сначала 10 лучших, а потом среди них отфильтровали по стране. А можно наоборот, сначала отфильтровать по стране,
ну, допустим, где-нибудь вот здесь, после сортировки. Допустим, отсортировали, отфильтровали по стране, после этого выбрали 10 лучших. Угу. Индекс это индекс, индекс это не первый столбец. Ну, то есть вот отображается вот это индекс, да. Но он не является столбцом. Да, это индекс. Ну, то есть это вот были какие-то номера там у этих самых у этих строчек, которые еще из файла. Ну, даже не из файла пришли, а они просто вот когда мы считали их из файла, мы каждую строчку просто занумеровали. Но понятно, что в ходе каких-то операций, в ходе там сортировок, выборок, понятно, что у нас этот порядок этих номеров меняется. Ну и не страшно. И на самом деле хорошо. То есть мы знаем, что если мы получили два разных датафрейма, например, из вот этого исходного, то если мы не будем портить индексы, то вот элемент с индексом 1937 это будет тот же самый фильм «Побег из Шоушенка», как в любом другом датафрейме, который получен из этого же. Индексом названия фильмов. Это можно сделать таким образом. Можно сделать set index. Ну, вот так. А ты отложили это сделать? Когда мы только начинаем сортировать? Да, возможно. Пожалуйста. Можно с самого начала это сделать. Так, только... Когда он... все правильно, да. Когда он стал индексом, он перестал быть колонкой. Хотя можно здесь его попросить, чтобы он этого не делал. Можно ему вот так сказать, drop false, и тогда он не будет его выбирать. Вот. Но тут надо сказать, что использовать название фильма в качестве индекса, это, с одной стороны, кажется естественным, а с другой стороны, можно быстро убедиться, что это не очень безопасно в данном случае. Давайте посмотрим. Def movie title. Давайте сделаем value count. Да. Здесь есть три фильма под названием «Виктор Франкенштейн», три фильма под названием «Хэллоуин», два фильма под названием «Деколог». Неизвестно, это один тот же фильм или нет. Но можно посмотреть, кто такие фильмы, которые называются «Хэллоуин». Например, «Death Query», «Movie Title». Ну вот видно, что это, судя по всему, один и тот же фильм, просто три раза дублировался. Да, здесь есть. Значит, если у нас совсем есть какие-то дублирующиеся строки, то можно использовать вот такой метод drop duplicates. Ну вот, в данном случае из двух он убрал. Какие у него параметры? Угу. Нет, я сейчас, ну вот я сейчас, значит, смотрите, все эти методы, они не влияют, так сказать, они, во-первых, они, вот я сейчас, вот в этой строчке видно, что я сделал. Я взял датафрейм, сначала выбрал из него все фильмы, которые называются Halloween, а потом вот к получившемуся датафрейму в нем было три строки. А после этого я к нему применил drop duplicates. При этом я ничего не модифицирую. Как бы вот у меня база, я ее как скачал, я ее... Ну вот единственное, в каком месте я ее модифицировал, это когда мы убирали лишние пробелы у названия фильма. Вот там вот я явно сказал, что я ее буду модифицировать. Вот в этом месте.
Во всех остальных местах я не модифицирую исходную базу. Я делаю к ней какие-то запросы. Запросы могут быть сложными, многоступенчатыми, но я сейчас саму базу не трогаю. Ну вот, в частности, сейчас я просто проверил, что получается, если я значит, просто попросил убрать дупликаты у этих двух строчек. Ну вот видно, что одна строчка убралась, а две другие остались. Интересно, почему? Видимо, нет, должна была остаться одна. Видимо, здесь есть какие-то, различающиеся значения. Ну, потому что мы видим не все. Здесь есть еще вот такая вот штука. Давайте посмотрим. Если я хочу посмотреть, значит, есть ли здесь какая-нибудь штука, чтобы понять... Ну, кажется, такой duplicated. О. Интересно. Так, ага, это просто выдает какие... Эти самые задуплицированные. Сейчас, а если я хочу понять, как бы мне понять, правда ли, что что-то с чем-то совпадает? Сейчас, ну то есть, окей, я могу это сделать по рабоче-крестьянски, может быть, есть более высоконаучный подход, но я бы это сделал бы так, если не гуглить. Значит, вот я хочу просто сравнить эти две строчки, посмотреть, какие значения совпадают, а какие различаются. Сейчас у меня... А, окей. Так, вот теперь две. Ну, давайте мы возьмем эти две строчки. Значит, одна из них называется 2492, а другая называется... 48.21. А хотя проще, наверное, было так сделать. Alloc 0, Alloc 1. И их сравним. Во, видно, что они различаются по одному voted users. Значит, после локов и айлоков стоят квадратные скобки всегда. Да. Потому что это как бы это не метод, а это другой способ написать квадратную скобку. Это штука, которая меняет смысл квадратных скобок. Сейчас, ну-ка дайте посмотрю. Да, смотрите, мне вот эта штука ничего не присвоит. Сама эта штука генерирует новый сервис. Вы ее не удалите специально. У меня эта штука выглядит так. Давайте я сейчас к ней вернусь. Во. Значит, смотрите, вот все эти методы, они без специального указания, они не меняют датафрейм. В данном случае мы явно должны указать, что вот этот столбец нужно записать
на место старого столбца. Модифицированный столбец нужно записать на место старого столбца. Совпадение визуального сходства единички и L вызывает много проблем. Хорошо. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим. Что-нибудь посмотрим про этот датафрейм. Значит, видно, что здесь есть повторяющиеся записи. То есть, в общем, данные на самом деле, видимо, не очень чистые. Но вот видно, что вот эти два фильма, оба которых называются «Хэллоуин», оказались на самом деле одним и тем же фильмом. Просто, видимо, их когда скрепили, ну, типа, на одну и ту же страницу зашли два раза. Но поскольку за то время, пока. Вот, за то время, которое прошло с момента первого захода, до момента второго захода, у нас поменялось количество пользователей, которые проголосовали за этот фильм, мы получили другой результат, другую строчку. И при создании датафрейма эта строчка была воспринята как новая строчка, строчка про новый фильм. Но это означает, видимо, что не очень удачно был организован сам по себе механизм скрепинга. Но вот такое бывает, да, данные приходится чистить.
Давайте еще на одну штуку посмотрим. Вот здесь, на самом деле, довольно забавно. Если посмотреть еще раз на этот рейтинг. Так, это все США, США. Если я не хочу США. Да. Так, здесь есть два деколога из Польши. Ну, давайте сделаем просто с самого начала. Здесь сделаем drop duplicate. Уж на всякий случай. Ладно, это не помогло. Все равно деколога 2. Ну, ладно. Еще интересно, что здесь есть в первой, ну не десятке, но в первой тридцатке, есть какой-то фильм из Кыргызстана. Можно посмотреть, что это за фильм такой. Queen of Mountains. А? А, то есть все-таки два разных деколога. Сейчас, режиссер. Да. Там два надо. Ну да, возможно. Возможно, что именно поэтому он его и не сделал drop duplicate. Так, хорошо. Что еще можно посмотреть? Ну да, да, нет, конечно, это даже нужно, даже по-хорошему нужно там вручную, но не вручную, опять же, тоже как-то так полуавтоматически разбираться с теми фильмами, которые имеют несколько записей здесь. Ну-ка, интересно, что это за... Что за фильм такой, который имеет один из лучших рейтингов по IMDb? Так, количество голосов 24. Ну, да. А, вот, нам voted users надо смотреть. Ну-ка, давайте посмотрим, что это такое. А. А, нет, смотрите, это похоже, что действительно нас интересует нам voted users, и здесь пользователей не так уж и мало. 3144. Да. Да, смотрите. Можно, да, можно найти кусочек, и это делается с помощью такого же метода. Давайте. Допустим, я хочу найти по такому фазе матч, примерному совпадению. Ну, например, так. Movie title. Чего я хочу? Star contains. Допустим. Не получится. Ну вот, например. Значит, я примерно помнил, что фильм называется «Шоушенк что-то там». Ну и вот его нашел. Это запрос, типа, что вот эта штука является подстрокой этой строки.
Да, да, чувствительный. Я сейчас как раз хотел посмотреть, как бы его сделать нечувствительным, но кажется, единственная возможность сделать его нечувствительным такая. Сначала сделать новый столбец, в котором будут movie title, но приведенные, допустим, к нижнему регистру, а потом искать вот в этом новом. Давайте проверим, правду ли я говорю, правда ли, что нет опции. А, нет, есть опция просто такая. Можно просто сказать, case равняется false. Нет, слишком сложный запрос. Ну хорошо, если я просто сделаю здесь false. О. Да, вот так можно без учета регистра. Подозрение состоит в том, что это разные версии Pandas. Можно попробовать, если у вас на эту строчку ругаются, то можно попробовать обновить Pandas. И делается это так. Ой. Ну хорошо, будем надеяться, что так сработает. Ага. Даже вот так. О, у меня, кстати, тоже была не последняя версия Pandas. Так что, возможно, у меня сейчас тоже перестанет работать. Так, значит, мне после этого нужно, после того, как эта штука установилась, нужно сделать kernel restart, потому что иначе новый пакет не подгрузится. И, значит, надо будет заново выполнить, по крайней мере, вот эти первые две строчки. Сейчас я вернусь туда. Да, можно. Смотрите, значит, у каждого пакета есть вот такая штука. Два нижних подчеркивания, version, два нижних подчеркивания. Он показывает, какая у вас сейчас версия этого пакета, загруженная. Ну, нет, она может немножко подумать.
Значит, смотрите, если он вас ругается на тему того, что не хватает прав для того, чтобы его поставить, то можно добавить вот такую вот штуку, минус-минус юзер. Спасибо.
Почему у меня работает? Сейчас, секунду. А, сейчас проверим, может быть, у меня тоже перестало работать? Нет, у меня работает. Это очень странно. Это очень странно. Ну и не страшно. Сейчас, ну вот у вас получилось вот такую строчку выполнить? Вот, как бы, обновить пандас, эту задачу многие уже решили, а... Но это не почему-то. Но это почему-то. Да, да, да. Но. А... Не, ну хорошо, давайте применим самый главный способ отладки. Как там series mutable cannot be hashed str contains. Да, перерыв, кстати, интересная мысль. Как только начинаешь пользоваться какими-то самописными классами, впрочем, все, не помню. Хорошо, давайте сделаем 10-минутный перерыв, действительно пора. И продолжим в 45 минут. Да. Давайте. Thank you.
Слова используют здесь,
Так. Ну что, давайте продолжим. Значит, я не знаю пока, как исправить ту проблему, с которой мы столкнулись, так сказать, как ее исправить, почему она возникает только... Видимо, это может быть зависит от операционной системы или не знаю от чего. Но вот у меня эта штука работает. Но неважно, даже если она у вас не работает, мы сейчас все равно это исправим, потому что всегда можно записать что-нибудь более рабоче-крестьянское, например, вот такую штуку. Вот уж так у всех сработает. Например. Ну вот это причина, почему, несмотря на то, что query мне нравится больше, время от времени все равно приходится пользоваться вот таким более старым синтаксисом, потому что он более надежный.
Как? Работает? Ну вот. А, хорошо. Так, давайте посмотрим еще, что можно еще посмотреть про этот Data Frame. Ну, то есть много чего можно смотреть. Ага, да. Да, да, это просто contains, это просто штука, которая проверяет, что подстрока содержится в строке. Да, сейчас обсудим. Сейчас, я хочу просто пока еще про этот DataFrame что-нибудь поговорить. Да, контейнер просто проверяет, что вот такая штука есть в той строке, которая лежит вот здесь. Он все равно будет это само значение не выдает. Он его не выдает просто потому, что он слишком много здесь всего. Я могу его попросить, и он будет выдавать. Пожалуйста. Или вы можете написать просто такую функцию, которая будет делать поиск, допустим, find title. Ну да, я хочу вот что-нибудь в таком стиле сделать. Ой, что-то я переборщил со скобочками. Ну, это как бы именно поиск по подстроке. В принципе, при необходимости, если вы хотите сделать какой-то более хитрый, нечеткий поиск, то можно использовать там соответствующие библиотеки, скажем. Вы можете искать ближайший объект по расстоянию Левенштейна. Есть для этого специальные библиотечки, которые позволяют делать всякие разные другие способы нечеткого поиска. Понятно, как такая штука работает? Так, ну что, давайте, значит, тут возник вопрос, который, видимо, стоит обсудить на таком тоже игрушечном каком-нибудь сейчас примере. Ну вот, допустим, у меня есть какая-нибудь табличка, и эта табличка устроена, например, вот так. 1, 2, 3. Давайте сделаем какие-нибудь колонки, пусть они называются X и Y.
Значит, допустим, у меня есть еще какая-нибудь колонка. Ну, давайте я даже ее прямо сюда сейчас впишу. Допустим, такая. Колонка называется Z. И, допустим, я сейчас хочу сделать что-нибудь такое странное. Например, я хочу взять и вот столбцы X и Y сравнить со столбцом Z и, например, обнулить те значения, в которых значения не совпадают. То есть я хочу оставить вот эту двойку, вот эту тройку и вот эту тройку. Хочу сделать такой хитрый запрос. Значит, ну вот смотрите, во-первых, как я уже говорил, всякие сравнения, вообще всякие арифметические операции с, например, с series работают, работают вот так вот по элементу. Значит, я могу сделать что-нибудь в таком роде. Например. Не знаете название колонки, которой? Но вы в любом случае к ней можете как-нибудь сослаться, по номеру, например. Ну, хорошо, допустим, что я не знаю название колонок, но я могу... Но в данном случае, допустим, что я хочу сразу вот эти две колонки обрабатывать, X и Y. Я тогда могу их выбрать... вот так. И теперь сравнить, например, вот так. О, ничего не работает. Как интересно. Знаете, что произошло? Но вот на самом деле, дело в том, что вот такие все операции, они делаются по умолчанию по строчкам. Он строчку сравнивает, да. То есть, например, вот смотрите. Например, я могу сделать что-нибудь вот в таком роде. PD series 1020. Нет, не могу. Вот так могу сделать. Если я хочу сравнить... то есть, вот такие вот операции, когда у вас... С одной стороны, что-то двумерное, а с другой стороны, что-то одномерное, они работают вот так. Мы как бы заменяем вот эту вот одномерную штуку, мы ее воспринимаем как одну строчку и копируем ее много раз, так что у нас получается такого же формата табличка, как стоит слева. И после этого складываем просто по элементу. Это называется broadcasting. Соответственно, если мы хотим сравнивать столбцы, то что можно сделать? Но есть разные подходы. Можно что-нибудь транспонировать, а можно, наверное, сделать что-нибудь в таком роде. Наверняка есть команда equals. Есть. Есть. А если она есть, то тогда наверняка можно сделать что-нибудь вот такое. Нет, такого нельзя. Интересно. Ну хорошо, можно транспонировать. Теперь снова транспонировать. А теперь, например, выбрать вот так. Сейчас, что мы там хотели сделать? Мы хотели оставить только то, оставить только там, где совпадают. Значит, вот эти вот всех товарищей мы хотим снести, например, заменить на нули. Ой, что-то сейчас нехорошо получится.
Давайте я все-таки отрежу только первые две штуки. Мне для этого нужно сделать. Здесь просто два разных типа индексации. Ну хорошо, на самом деле можно просто сделать так. Можно сначала, ну да, давайте просто сделаем такую вещь. Во. Ну а теперь не работает. Не сработало. Здесь на самом деле хитрая штука. Дело в том, что когда мы сделали вот такую вот выборку двойную, у нас изначально была какая-то табличка. Мы от этой таблички отрезали вот такой вот кусочек. Это означает, что мы выбрали только два столбца. И вот при этом то, что в результате получилось, оно может скопировать нашу исходную, так сказать, скопировать два столбца из исходной таблички, а может создать так называемый view. View – это такой способ как бы смотреть на исходную табличку, но видеть от нее только кусочек. И Pandas на самом деле сам не знает, что именно он создал, потому что там работают какие-то хитрые эвристики, которые в одном случае создают одно, в другом случае другое. Но суть в том, что вот если вот эта штука является копией, то вот такое присваивание не поменяет исходный объект. Но это и не страшно, потому что мы можем сделать что-нибудь в таком стиле. Ну, я сейчас, наверное, не самый изящный подход делаю, но, по крайней мере, он сработает. Table. Или нет? Ну да, сработал. Все равно, правда, поругался. Возможно, что у этой задачки есть какое-то более симпатичное решение. Но так вроде тоже должно сработать. Да, значит, у нас была такая задачка. Да. Вот у нас была такая табличка. И в этой табличке у нас есть два столбца, которые мы хотим поменять. Таким образом, мы хотим посравнивать эти столбцы со значениями, которые стоят в столбце Z, и сохранить из них только те, которые совпадают. То есть все те, которые не совпадают, например, вот эту единицу, вот эту двойку и вот эту четверку, мы хотим заменить на что-нибудь, например, на нули или на наны. А для этого я делаю следующую вещь. Я сначала делаю вот такое сравнение. Значит, вот эта штука транспонирует мою табличку. Точнее, она отрезает только первые два столбца и транспонирует то, что получилось. Потому что вот эти операции поэлементные, они работают по строчкам. Поэтому мне нужно горизонтально расположить мою табличку, вот этот вот кусочек. И дальше я ее сравниваю с table z, с вот этим вот столбцем. Получается значение true и false. После этого я использую вот эту штуку в качестве такой маски. Я могу... значит, я могу делать такие вещи. Вот, допустим, у меня... Ну, давайте я покажу какой-нибудь более простой пример. Скажем, вот так-то я запросил все единицы. Но что это означает? Это означает, что я получил вот такой новый датафрейм,
в котором true и false обозначают вот в этом месте исходного data frame стоял единица или нет. Но я могу использовать такую штуку, в частности, для того, чтобы делать какие-то изменения. То есть вот так я запросил как бы те элементы, которые являются единицами. Но понятно, что сами элементы непонятно, как их вернуть, потому что это какие-то части таблицы. Единственное, что такая штука может вернуть, это вернуть всю таблицу целиком. Но она, по крайней мере, заполняет... Значит, она пишет none там, где стоят не единицы. Ну, а теперь мы можем что-нибудь сделать. Кстати, я почти сделал то, что надо было. Да, ну дальше я, например, могу... Вот в этой штуке я могу теперь как-нибудь нано заполнить. Например, я могу заменить все нано на нолики. Получается вот такая штука. Вот, то есть таким образом можно, например, в какой-то таблице заменить все элементы, которые удовлетворяют какому-нибудь условию или не удовлетворяют какому-нибудь условию, на какие-то другие элементы. Но в данном случае было просто сравнение с единицей, ну... Понятно, что сейчас я просто заменил все, что не единицы, я заменил на нули. Вот таким образом. Но это один из возможных способов, как это можно делать. Ну и здесь я этот метод применил. А тут мне пришлось немножко поколдовать, потому что мне пришлось сначала отрезать только те столбцы, которые я хочу модифицировать, потом их модифицировать, а потом вклеить то, что получилось, на то же самое место в исходной таблице. Не очень изящно, но, по крайней мере, сработало. Возможно, что есть более изящный способ, как можно модифицировать кусок таблицы, но я сейчас что-то не соображу, как это сделать. Вот. Хорошо. Давайте... Что вам такого еще показать? Да, я хотел вам показать какие-нибудь способы рисования картинок разнообразных, но давайте вернемся к нашему датафрейму. Поговорим поподробнее про визуализацию данных. Значит, наш DataFrames. С фильмами, ну, давайте что-нибудь сделаем. Значит, мне сейчас понадобится сделать Matplotlib Online. Ну и давайте я на всякий случай... import matplotlib pyplot splt. Ну что мы хотим, что можно визуализировать в этой табличке? Распределение рейтингов. Давайте посмотрим распределение рейтингов. Значит, рейтинги — это наши EMDB score. Давайте построим гистограмму. Ну, пожалуйста. Что показывалось средняя оценка? Сейчас вы хотите вот на этой картинке нарисовать... С кружочками непонятно, но вообще то, что вы хотите, это... Я думаю, что вы хотите сделать что-нибудь в таком роде. Сгруппировать по странам, значит, взять, допустим, EMDB score, посчитать среднее и сделать, например, отсортировать... взять первых 10 элементов и нарисовать варплот. Так, ну вот, примерно, мне кажется, что это примерно то, что вы хотели. Сейчас, только start values, давайте в другую сторону сделаем. Ascending false.
Так, сейчас, давайте, группировка, выборка, усреднение, сортировка, усреднение, рисование. Знаете, я вчера заметил, когда мы это все записывали в PDF файл, он, у него какая-то рамка есть, он срезает название. А, возможно, что надо было сделать что-нибудь вроде вот такую штуку добавить. Вот я думаю, что после этого он перестал срезать. А, вот очень забавно, кстати, что наш любимый Кыргызстан, оказывается, да, вот я помнил, что с этим датафреймом связано что-то очень странное. А, и если посмотреть, какие страны дают в среднем самые лучшие фильмы с точки зрения МДБ, то это Кыргызстан, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Советский Союз, Египет, Иран, Польша, Индонезия, Израиль, Швеция, Колумбия. Ну, в общем, короче говоря, не совсем то, что мы бы ожидали увидеть. Вот. Там достаточно немного фильмов. Да. Фильмы на самом деле нужно просто посмотреть. На самом деле здесь проще всего действительно посмотреть вот что. Смотрите. Давайте сделаем. Давайте нарисуем не такую картинку, а давайте нарисуем какое-нибудь что-то больше похожее на нормальное распределение. Сейчас, вот здесь. Да, ну, здесь сейчас по оси X, здесь сейчас ровно то, что мы хотим. Это просто оценка на МДБ. Она именно такая и есть. Я, правда, не очень понимаю, почему он мне сейчас не рисует. По идее, он должен рисовать... Почему-то он не подписывает эту колонку, хотя должен, по идее. А, ну вот, и так теперь подписывает, по крайней мере, MDB Scope. Нет, здесь как бы горизонтальная ось понятная какая-то, ровно те данные, которые нас интересуют. Ну вот, например, можно было бы посмотреть какую-нибудь другую штуку, скажем, вот, не индекс. Скажем, бюджет. Вот очень интересная штука. Почему так получилось? Ну, на самом деле понятно, почему так получилось, потому что надо еще разбираться, в чем там бюджеты измеряются. Ну хорошо, давайте, по крайней мере, прологарифмируем. Давайте сделаем картинку в логарифмической шкале. Не уверен, что сама гистограмма умеет рисовать логарифмическую шкалу, но можно сделать. Можно сначала прологарифмировать. Да, давайте, вот эту команду я вам еще не показывал. Так, видимо, мне нужна библиотека NumPy сейчас, чтобы все это сделать хорошо. Бюджет. Да, ну вот это в логарифмической шкале я нарисовал. Значит, давайте объясню, что здесь произошло. Значит, здесь мы рассматриваем новый метод, который называется assign. Это способ, как можно добавить колонку в датафрейм или несколько колонок. Ну, давайте я покажу, опять же, на каком-нибудь игрушечном примере. Вот. Значит, у нас была такая табличка.
И я могу добавить, например, новый столбец. При этом новая таблица не создается. Наоборот, исходная таблица не меняется, она как была, такой осталась. А это как бы такое временное создание столбца. Ну вот как раз для цели добавить столбец для того, чтобы его нарисовать, а после этого он нам ни зачем не нужен, эта штука очень хорошо подходит. Значит, мне здесь пришлось для того, чтобы учесть логарифмы, использовать библиотеку NumPy. И это библиотека для работы со всякой арифметикой, но которая умеет работать быстро с массивами. Более-менее все что угодно, ну почти. Скажите, какую вы хотите? Так, лепестковая — это что такое? Это... Я понял, кажется, да. Сейчас. Дайте я посмотрю. Но это фактически просто картинка в полярных координатах. Сейчас, а при этом у вас оси, это вот каждая ось, это что? То есть это какая-то такая координатная штука. Сейчас, дайте я соображу, есть такое или нет такого. Есть, кстати, симпатичный сайтик на эту тему. Сейчас. Где-то был сайт, в котором просто... Во. Во. Видимо, вот то, что вы хотели, я думаю. Radar chart, вот он как. Оно? Такая штука? Да. Отлично, есть. Я сейчас просто в Телеграм кину ссылку. Это просто Seaborn, это библиотечка к Питону. Ну и, собственно говоря, я думаю, что часть вот этих картинок нарисована как раз с помощью Seaborn. Ну, давайте посмотрим, с помощью чего они этот самый спайдер рисуют. Допустим, вот такую картинку хочу. Не, ну это, конечно, как-то не симпатично. Нет, мы, конечно, такое умеем. Неужели это ни в какую нормальную библиотечку не запихнули? Да. Есть, вот он, радар чарт.
Ну, понятно. То есть оно у них есть в стиле «сделать можно вот так». Ну что, нам жалко, что ли? Да, видимо, конкретно этот тип сам по себе не поддерживается, но можно запрограммировать. Так, где у меня? Да, ну понятно, они это делают в какой-то мере вручную. Видимо, готовой библиотечки нету для того, чтобы это сделать. Но можно скопипастить вот этот код. Сейчас, значит, ну... Казалось бы, они здесь вроде бы пишут какую-то понятную функцию, но что-то я не понимаю, как эта функция дальше пользуется. Так что прям вот сходу можно было бы сделать. Но тут смотрите, как бы ситуация такая, что в питоне... Плюс состоит в том, что даже если чего-то нет, это можно запрограммировать один раз, написать один раз функцию, которая будет делать, что вам нужно. И дальше эта функция будет работать. Ну вот я как раз сейчас ровно отсюда, это, вот этот кусок кода я ровно из этого примера сейчас скопипаюсь. Но суть в том, что нет готовой функции ни в matplotlib, ни в pandas. Ну ладно, это можно будет как-нибудь и написать на досуге. А, ну-ка, а вот эта штука. А, во, можно с помощью плота нарисовать. Ладно, вернемся к этому, когда будем плоты обсуждать. Там, видимо, есть способ как-то сделать с меньшими трудозатратами. Да, ну вот, в общем, можно посмотреть, опять же, на картинки, которые тут есть. Но вот, к сожалению, не все они реализованы в виде каких-то функций, которые совсем легко использовать. Зато много всякого. Ну вот, например, возвращаясь к нашей истории с... Ой. С Кыргызстаном, который генерирует больше всего, значит, который генерирует самый лучший с точки зрения МДБ фильмы, можно посмотреть, сколько их там, как они там устроены и сколько их там всего. Например, я хочу что сделать? Ну, давайте я сделаю такую вещь. DF Plotbox. И колонку я хочу. Нет, это не то, что я хочу, явно.
Странно. Почему он игнорирует эту штуку? Хорошо. Ну, это не то, что я хочу. Нет, он, конечно, мне нарисовал боксплоты по каждой стране. Но это явно не то, что я хотел. Не, ну это в этой... Нет, это... Вот чего-чего боксплоты, оно умело делать с заданными осями. Может быть, что-то более сложного. Ну да, я хочу такую штуку. Почему он мне ее не рисует? О, вот чего я хотел. Так, давайте мы только отрежем все-таки. Отрежем те, у которых лучше всего оценки. Сейчас, это значит, что мне нужно сделать отдельную... Это мне нужно сделать отдельную фильтрацию. Нет, это не тривиально. Если я хочу отсортировать... Да, я, видимо, хочу отсортировать страны так, чтобы они были бы упорядочены по возрастанию среднего значения IMDb score. Наверное, могу. Сейчас сделаем. Так, значит, чего я хочу? Я хочу взять теперь вот эти страны. Давайте я просто их... сохраню. Что теперь? Теперь я, допустим, хочу сделать такую штуку.
Да, я понимаю. Я просто думаю, как мне заставить боксплот нарисовать, в каком порядке он отображает эти самые страны. Column in the part. То есть можно на самом деле выделить только те, допустим, меня интересуют только те записи, в которых country находится в вот этом индексе. И теперь я от вот этой штуки хочу взять boxplot. Так, по горизонтальной оси написано непонятно что, потому что нужно ее развернуть так, чтобы это было написано по вертикали. Во. Да, ну по крайней мере так я оставил только 10 самых популярных на IMDb стран. Идут они, видимо, просто... Кыргызстан, вот он. Собственно, в Кыргызстане был только один фильм, который получил рейтинг 8,7. Поэтому Кыргызстан оказался одной из самых популярных стран. Вот. Соответственно, что я сейчас сделал? Я, во-первых, вот этим запросом, точно так же, как и раньше, я выбрал... 20 самых популярных по IMDb стран. Дальше я взял только их названия. Вот этим запросом я выбрал среди этих стран, среди всего исходного датафрейма, только те строчки, в которых, которые входят в список вот этих вот самых популярных. Значит, вот такой запрос из IN позволяет проверить, правда ли, что элемент отсюда находится в списке, который написан вот здесь. Да нужно пояснить, кто такой боксплот? Значит, но смотрите, тут для каждой страны мы рисуем картинку, в которой вот эта вот штука – это медиана соответствующего параметра, то есть в данном случае это наш MDB score. Вот эти товарищи – это первый, третий квартиль. То есть у нас половина всей выборки находится вот здесь. Вот это и вот это, грубо говоря, максимальное и минимальное значение. Но если максимальное и минимальное значение слишком сильно отклоняются, то они рисуются отдельно вот такими точечками. Вот. Это, ну, в некоторых областях науки такие картинки любят, но я некоторое время назад был на хакатоне, который организовывал новую газету по дата-журналистике, и там выступал товарищ из Польши. Значит, у них, значит, они организовали вполне успешный дата-отдел в известной польской газете, и
он рассказывал про их успехи и неудачи. Вот в качестве одной из неудач он рассказывал такую, что они сделали какой-то материал, который был проиллюстрирован как раз боксплотом. Причем, как бы там информация была достаточно простая, я уж не помню, что конкретно там было. Вот. Но этот материал совершенно не пошел, потому что никто не знает, что такое боксплот. И несмотря на то, что даже если это пояснить, то все равно это не становится сильно лучше от этого никому. Ага. Вот. Но там. Медианы, обычно медианы, да. А вот, вот здесь. Я, собственно говоря, скопировал кусок кода, который выше там использовался для рисования картинки, и вытащил из этого кода вот эти самые стороны, которые генерируют наиболее популярные. Я не смотрел, как бы я не посмотрел, что конкретно есть на эту тему, но я немножко подумал и понял, что все сводится к, опять же, по элементным операциям. То есть, если вы хотите, например, посчитать, вот, допустим, у вас есть какой-нибудь столбец, и вы хотите этот столбец усреднить с учетом весов, то вы можете просто использовать dot product, который вам посчитает, как бы умножит каждый элемент на свой вес, потом посчитает среднее с учетом всех этих весов. Да. Он просто будет каждый раз умножать. Ну и так далее. То есть, в принципе, в конечном итоге, если вы понимаете, что конкретно, как конкретно эти веса влияют на ваши данные, то вы это можете просто реализовать в виде какой-нибудь из вот такой арифметической операции. Вот. Но я, честно говоря, не посмотрел, есть ли что-то более специализированное. Да, типа того. Так, хорошо, что вам еще такого веселенького показать? Про картинки. Что там? Ну вот конкретно здесь масштабы все выбираются автоматически, но в принципе это все можно регулировать. То есть, например, мы могли бы сделать что-нибудь в таком роде. Допустим, я хочу изменить масштаб горизонтальной оси, чтобы он шел от нуля. Допустим, от нуля до 10. Вертикально, да. Значит, можно это сделать. Нельзя. Size not defined, потому что это вот это. Ну, вот так делается. Тут, на самом деле, это все немножко эклектично выглядит, потому что используются разные функции для того, чтобы получить доступ к тем картинкам, которые мы делаем. Давайте я скажу немножко про то, как все это устроено, как архитектура устроена. Изначально в Python есть библиотечка, которая называется matplotlib. Это библиотека, которая отвечает вообще за отрисовку всякой графики. То есть это библиотека, которую, грубо говоря, можно попросить, нарисуй мне тут прямоугольник, нарисуй мне тут круг и так далее. Соответственно, она дальше это все как-то нарисует, дальше это можно будет сконвертировать там, в какой-нибудь формат графический, показать на экране и так далее. Вот. Но суть в том, что это сама по себе библиотека matplotlib, она мало чего знает про данные и еще про что-нибудь. Она умеет картинки рисовать.
Поверх этой библиотеки Matplotlib была написана библиотека, которая называется Matplotlib Pyplot. Это вот как раз этот PLT, который я здесь постоянно использую. И это уже библиотека, которая нужна для того, чтобы нарисовать какие-нибудь картинки. А уже картинки, я имею в виду, которые соответствуют каким-то данным, типа scatterplot или гистограмм, или еще что-нибудь в этом роде. А потом ко всему этому была написана некоторая обертка, которая позволяет рисовать эти картинки с помощью pandas. Но вот, например, вот эта часть, она использует как раз вот эту обертку из pandas. Но при этом для того, чтобы регулировать эту картинку, я использую функции, которые относятся непосредственно к matplotlib pyplot. Вот, например, я с помощью пайплотовской функции ylim поменял масштаб вертикальной оси. Значит, вот эта штука, это я задаю так называемый axis, то есть это я задаю те оси, на которых сейчас рисую. Вот так я создал картинку. Дальше я получил, как бы, запросил текущие оси, на которых я могу рисовать. Ну и после этого я передал вот этой функции, которая у меня рисовала кусочек датафрейма, я передал эти оси в качестве аргумента. После этого есть еще разные библиотеки, которые в основном, большая часть их основана на том же Matplotlib, но они добавляют какие-то дополнительные красивости или дополнительные штуки, которые, значит, было бы трудно сделать вручную. Ну вот, например, есть библиотека, которая называется Seaborn. Нам ее, правда, тоже придется поставить, но давайте я быстренько поставлю. Что-то нужно было писать. Interfaces. Да, ну, у вас он может быть установлен, а может быть нет, я не помню. Но вот я его сейчас поставил, и вот теперь он у меня точно установлен. Ну и хорошо. Ну вот, например, можно сделать что-нибудь такое. Допустим, я хочу нарисовать гистограмму. Сейчас нет. Инстаграм он, видимо, не умеет. Ну хорошо, вот тоже какое-то распределение. Допустим, я хочу. Нет, я хочу. Это я просто зашел на сайт этого самого Сиборна. Displot. Странно. Мне казалось, что он умеет гистограмму рисовать, но возможно, что это мне...
А? Нет, нет, вот такие, нет, просто он умеет рисовать. Преимущество Сиборна состоит в том, что он умеет рисовать всякие штуки, распределяя сразу по... Ну, вот, допустим, у вас есть какие-нибудь факторные переменные, и вы хотите сгруппировать по этим факторным переменным, нарисовать несколько картинок. Вот он, по идее, это должен уметь делать, но вот фактор плот, да, но это не то, что я хотел. Это он рисует бар-плот. Ну, хорошо, давайте хоть на него посмотрим. Фактор-плот... Допустим, у меня будет... Вот это? Это стандартная, ну как стандартная, как бы вот это просто название библиотеки, а то, как мы ее импортируем, это в какой-то мере наш произвол, но есть какие-то общепринятые способы. Там Pandas импортирует обычно как PD, Seaborn импортирует обычно как SNS, не знаю почему SNS. Так, допустим, я хочу... Черно-белые фильмы имеют лучший MDB score, чем цветные. Да, интересно. В той выборке. Хорошо, что еще можно? Можно, например, сделать такую вещь. Lmplot. Допустим, я хочу... Нет, ну от бюджета как-то плохо. Давайте от какого-нибудь числа лайков кого-нибудь. Ну давай, нам voted users. Видимо, ставить все картинки. Ну вот я сейчас просто нажал Shift Tab и подглядываю в ту шпаргалку, которая мне выдает, да. Ну а так, в принципе, по всем этим библиотекам есть документация. На нее можно посмотреть, можно, опять же, погуглить, посмотреть какие-то примеры. Так, ну вот, допустим, интересно, если я захочу... Вот, два скаттерплота. Но здесь сейчас нарисованы еще две регрессионные прямые. Но два скаттерплота, где цветами обозначены разные, соответственно, в данном случае, фильмы цветные и черно-белые. Что ж там? Так,
Ну, LM, потому что linear model. А, потому что он параллельно еще вам линейную регрессию фитит на него, и вот эти вот картинки рисует с линиями тренда с регрессионными прямыми. Ну да, да, да. А, ну да, это я сказал, что у меня цвет будет зависеть от того, какой цвет у картины. Ну, то есть цветные черно-белые картины я таким образом сейчас различаю разными точками. Можно было бы еще что-нибудь добавить, например, например, что еще? Есть еще какие-нибудь категориальные переменные? Language. Давайте сделаем Hue Language, Row сделаем Color. Ну, что-нибудь нарисует. Ой-ой-ой, ничего не видно. Конечно. Сейчас. Нужно вырубить эту самую, чтобы он бы не рисовал бы прямые. Теперь у меня, ну давайте я лучше сделаю не row color, а column. Вот так. Вот, две картинки. Одна соответствует цветным фильмам, другая черно-белым. И, соответственно, разными цветами обозначаются разные языки. Что? Ну хорошо, давайте я покажу картинки. Давайте я покажу какую-нибудь картинку, которой было бы хорошо кого-нибудь не пугать, а. Сейчас, давайте. Ну, как-то так. Потому что я специально включил так. Ну, собственно говоря, вот этой вот штукой. То же самое, только без комикса выглядит вот так. Но я считаю, что нам нужно поднять использование комиксовых
как это, комиксового языка, вывести его далеко за пределы использования шрифта Comic Sans. Вот. Ну вот это вот я сейчас использую инструменты непосредственно Matplotlib, с помощью которых можно сделать практически все, что угодно, но по этому поводу значит, один из разработчиков всякого ПО для питона недавно пошутил в Твиттере, что есть замечательная штука Matplotlib, дайте мне любую картинку и 2 недели времени, и я вам нарисую точно такую же с помощью Matplotlib. Ладно. В общем, что-то я такое нарисовал. Вот. Отлично, спасибо. Вот. Вот это как раз и пугать. Ну, вот так можно нарисовать более-менее все, что вы можете посчитать. Но это не, как бы, чаще всего приходится рисовать все-таки что-то из данных, а не что-то такое посчитанное вручную. Сейчас я что-то посчитал вручную. Но вот это такие совсем низкоуровневые инструменты для того, чтобы рисовать картинки. Ротейшн, да, я просто не помнил, что тут нужно написать, а подсказка меня не спасла, потому что в ней не было написано. Было, но все не вверх. А,
Цвет. Пожалуйста. Например, так. Тут настраивается более-менее все, что угодно. Но это приводит к тому, что осваивать это нужно очень долго и печально. Тут, к сожалению, нет никакого способа сделать это быстро. Но для стандартных картинок типа гистограмм это все делается более-менее в одну команду. Но вот если требуется сделать что-то более хитрое, то тут, конечно, нужно разбираться. Ну, я только так и делаю. Но мне трудно сказать. Ну, то есть, смотрите, чем хорошо все это делать в Питоне? Тем, что, вот, допустим, вы можете один раз написать код, который будет вам каждый раз делать... Перерисовывать, как бы у вас данные изменились, он сразу же вам все пересчитает, все перерисует. Вот. Но там... Я не знаю, понятно, что какие-то простые штуки можно и в Excel сделать. Там, если бы мне нужно было просто нарисовать барплот, но там в какой-то ситуации можно не заморачиваться, просто в Excel это сделать. Но, с другой стороны, опять же, после того, как, ну, в принципе, конкретно простой барплот нарисовать, можно и в Питоне легко. А что-то сложное сделать в Питоне не просто, а в чем-нибудь более простом невозможно. То есть, если мне нужно нарисовать реально какую-нибудь хитрую диаграмму, то тут просто нет других вариантов. Ну, то есть, не знаю, вот, наверное, есть какие-то другие варианты, есть там более специализированные приложения, которые нужны именно для тех, кто инфографикой занимается. Вот, но там, опять же, мне чаще проще написать какой-то код, который я один раз его напишу, он мне будет после этого делать то, что мне нужно. Там в том же Excel диаграмму сделать. А, ну да, ну да. Я не знаю, я просто плохо знаю Excel, поэтому мне тут трудно критиковать. Вот. Но здесь, по крайней мере, преимущество в том, что у вас, как бы, вы сразу же работаете, вот вы можете сделать что-то с данными и тут же сразу это все визуализировать. И вам не нужно там идти в другую программу и так далее. Вот. Но я говорю, опять же, стандартные вещи делаются легко. Но вот это вроде несложная вещь, да? Если вы знаете эту команду, и вам нужно сделать что-нибудь типа такого скаттерплота, то вот, пожалуйста, буквально одна строчка, две строчки. Значит, ну, сам по себе график можно сохранить в PDF, опять же, с помощью PLT SaveFig. Если вы хотите еще сюда каких-то комментариев написать, то это делается вот с помощью, например, с помощью того же самого PLT-текст, PLT вот эти всякие лейблы и так далее. То есть какие-то он комментарии сам написал, но, в принципе, никто нам не мешает написать своих комментариев сюда же. Ну вот я не знаю, сейчас заработает оно или нет, или он сейчас пытается новую картинку создать. Ну да, вот он сюда вот написал hello. Так что, значит, можно сюда вписать какой-то текст. А вот эти цифры, да, это координаты. Я не очень понимаю, как здесь связаны координаты исходные с координатами, которые здесь есть в данных. Вот. Но это уже дальше методом проб ошибок можно подобрать, сделать так, чтобы эта надпись была в нужном месте. Ну, в целом обычно... Ну, нет, здесь есть еще специальные всякие штуки для того, чтобы делать... Есть PLT Annotate. Это не поменяет. Нет, я что-то не то сделал. Ну ладно. Так, по крайней мере, работало. Хорошо, тогда на сегодня, видимо, все. Я не знаю, сделал ли я сегодня домашку какую-нибудь, может быть, и нет, потому что мы в основном возились с тем же, чем обсуждали раньше. Но, может быть, еще пару каких-нибудь задачек мы вам придумаем. Угу. Я немножко зашел. Угу. Так, все, это очень.